Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новинка, новый зарубежный букс без вложений на просмотре рекламы. Будем зарабатывать. Называется Welcome to ADS Blue. Здесь у нас заработок на ПТС, плюс GPT, плюс трафик, обмен трафика и офер валс. Так выглядит. Можно перевести на русский. Платежные системы Perfect, Payer и Advanced Cash. Вот этой платежной системы я не обнаружила. Значит, выплаты в реальном времени. Всю Бразилия, Нигерия, Бразилия, Нигерия. Боже мой. Одни, в общем, иностранцы одни. Так, ну что, здесь можно все прочесть. Как бы уже пошли первые выплаты у иностранцев. Так, сейчас я вам покажу регистрацию. Должно быть все на оригинале. Значит, имя пользователя, придумываем логин, адрес электронной почты, пароль, повтор пароля, пин-код, 4 цифры, год рождения. Здесь должен быть ваш пригласитель. Значит, разгадываем капчу. Страна уже стоит по умолчанию. Галочка, галочка. Нажимаем регистр. Ни в коем случае с Facebook не регистрироваться. Так, значит, возвращаюсь я на Google. Я уже зарегистрирована и зайду в аккаунт. На почту мне ничего не пришло. Писем никаких. Так наш букс выглядит изнутри. Значит, что? Это наш основной баланс на вывод. Это пуша за баланс. Это комиссион. Трафик и поинты есть. На чем мы здесь будем зарабатывать? Давайте по порядочку. Значит, на просмотре рекламы. Первое. Это задание. Я сюда не лезу. ПТС. Нажимаем. Здесь у нас это не работает, нам не надо, так как мы нас на бесплатной основе, как бы это у нас как бы не надо сюда вручную. Значит, вот здесь вот наша рекламка. Давайте какую-нибудь коротенькую мы просмотрим. Нажимаем, чтобы видео не затягивать, на рекламку. Нас перебрасывают на следующую страничку и как бы вот. Разгадываем капчу. Капчика очень хорошая. Мне нравится лампочка. Далее send. Закрываем. Рекламку просмотрели. И таким вот образом все рекламки мы просматриваем. Здесь наш баланс. Далее. Обмен трафика нам не надо. Это для тех, кто будет рекламировать проекты. Есть офервал. Или офервалс. Так, кликсвалс. Ну, здесь вот такие вот тоже. Так, ну, это что-то типа лотереи. Как бы повезет, не повезет. Так, и вот это последняя вкладочка поинты зарабатывать. Значит, здесь можно кликать сколько угодно. Так, вот здесь у нас, где флажок, нажимаем. Ищем русский язык. Русский. Здесь мы зарабатываем поинты. Значит, что-то не перевелось у меня на переводе. Так, подтвердите капчу, чтобы получить 100 поинтов. Вот здесь вот это точки, это поинты. Я одну уже просмотрела. Вы можете делать это столько раз, сколько хотите. И за каждый клик нам будут начислять 100 баллов. Далее, что здесь еще? Так, по поводу заработка я сказала. Здесь, если кто хочет рекламировать свои проекты, нажмем баннеры. Так, управлять.
Так, шрифт у меня ничего не показывает. Управлять. А, новая компания. Секундочку. Так, здесь выбираем баннер, как кто какой захочет сюда. Адрес, ну, это по порядку. Это все будет потом. Значит, ИПТС, обмен трафика, трафик герд. Далее, здесь рефералы. Здесь будут отображаться прямые рефералы. На бесплатной основе можно иметь только 30 партнеров. Можно купить. Можно купить. Значит, один реферал стоит 4 цента. Можно с баланса, пурша за баланс. Далее. Ну и здесь сколько? 5 рефералов, 2 доллара и так далее. Значит, так, рефералы прямой. Здесь арендованные будут отображаться. Здесь будет находиться наша партнерская ссылочка. Значит, реферал линк и мой реферал линк. Вот. Ну, а это на баннеры, как я поняла, ссылочки идут. Деньги. Депозит. Это если кто захочет внести депозит. Но мы как бы... Так, депозит. Вот. Perfect Pair Advanced Cash. Куда мы хотим? Трафик или на Поршаза? Но мы на бесплатной основе. Значит, перевод. Можно, значит, смотрите, с майн баланса перевести на Поршаза баланс. И на трафик. Далее. Здесь можно с комиссионного. Комиссионный на майн баланс. И на Поршаза баланс. Далее. Вот здесь, смотрите, это деньги. Вот здесь рядышком поинты. Нажимаем поинты. У нас здесь поинты появляются. Вот эти, что мы... Вот у меня 102 поинта. Давайте я их сейчас переведу на майн баланс. Так. 102. Да, и еще по поводу поинтов. Вот где у нас... Я показывала поинт, нам за каждый клик 100 поинтов начисляют. И плюс по одному поинту за просмотр рекламы. Видите, я вот у меня просмотрено две рекламки, и мне вот 2 поинта. Так, ну давайте перевод на майн баланс. Так, ваши деньги были успешно переведены. Так, возвращаемся. Так, у меня баланс обнулился. И вот денежка перевелась сюда. Значит, так, с переводом мы... Так, перевод. Разобрались. Значит, это деньги, здесь поинты переводить. Так, вывод. Самое главное. Так, минимальный вывод 2 доллара. Максимум 3 доллара. Это, как я уже сказала, у нас стандарт на членство, так как мы без вложений. И они еще плюс комиссию берут 2%. Это. Вот. Сумма. Вставляем пин-код, нажимаем вывод. Так, здесь у нас... Нет данных. Так, ну, логи это статистика. Как бы. Вот здесь наша. Вот я ПТС все собирала. Вот поинт за рекламку просмотренную. Плюс 100 поинтов я вот там кликнула. И плюс вот я с вами сейчас просмотрела рекламку. Это мой перевод. И как бы основной баланс. Так, здесь это игры. Ну, а здесь статистика. Деньги, поинты, ПТС. Далее что? Есть апгрейд. Как бы покупать.
Значит, бронза 30 дней стоит $5. Можно пурша за баланс и напрямую переводить, как бы, да? Я думаю, ну, бронза, сильвер и голд. Мы на стандартном членстве. Так, далее что? Здесь вот можно выбирать. Прошу прощения. Так, далее, что еще я хотела вам сказать? Вот здесь у нас как бы вот наш логин. Нажимаем. Значит, мой профиль — это наша главная страничка. Здесь история операций. Нажимаем настройки. Можно загрузить фотографию. Нажимаем на желтенькую, загружаем фотографию. Далее нажимаем Submit на синюю вкладочку. Оплата. Здесь прописываем платежные реквизиты. Это все потом. Режим отпуска. Значит, здесь у нас, как я поняла, можно поменять рекламу. Я здесь ничего не делала. Меня реклама... не рекламу поменять, а капчу. Меня капча очень хорошо устраивает. А здесь у нас поменять пароль, пин-код, сохранить. Ну, вот я еще сюда нажала на Facebook. Как бы. Так, далее что? Upgrade. Что я еще хочу сказать по поводу без вложений заработка? Смотрите, суппорт нажала. Фау, есть вопросы-ответы. Так, вопросы-ответы. Что я вам хотела здесь показать? Переводим на русский. Угу, как я могу заработать деньги? Так. О, так, сейчас найду. Сделайте так. Это не то. Так, нужно ли мне инвестировать, чтобы получать деньги? Нет, вам не нужно инвестировать, чтобы получать деньги. Но стандартные участники, обратите внимание, могут запросить только 45 дней. Значит, мы на бесплатной основе 45 дней работаем, проверяем, минималка как бы, да, придет, как будет $2. Надо проверить тогда сначала, я поняла, на вывод, как проект платит. А потом уже мы собираем, что там самое дешевое, $5. Можно насобирать этих $5 и купить членство. Сделать апгрейд. Вот. Это у меня такие вот мысли уже. Понимаете? Вот аккаунт. Вот такой вот проект без вложений, новый. Ну что, я думаю, можно без вложений посидеть, проверить на вывод. На за 45 дней, там, я не знаю, диску, ну, меньше, конечно, будет 45 дней. И наклюкать как бы $5, перевести на пурша за баланс и купить вот апгрейд. Самый дешевый, как я вот сейчас я вам показала. На 30 дней $5. Вот можно пурша за баланс. Я свои сюда не собираюсь вкладывать. Я если только наклюкаю, посмотрю там по обстоятельствам, как у себя проект поведет. Надо еще сначала на вывод проверить, заплатит он или как. Вот. Ну, кому интересно, присоединяемся. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!